Я бегу к вам. Подождите, покажите. Давай. Давайте. Ты включил? Да. Орешки мы с сада. О, это было нехорошо. Не это, так, не... Это прикол. Это не прикол, это нехорошо. Покажи ей. Смотри, вставай. Покажи, як. А я с тобой. Между с этими и далее. Дай, дай, дай ей. И вот так вот. Аккуратно. Двумя руками, двумя руками. Это тяжело. Не прижми себе палец. Это тяжело, его не так ты делаешь. Mm-mm. Это тяжело. Очень. Ну, Полина уже старше, она понимает. Ой, нет, не так впихнула я, что ли. Ну, давай. Сами от курей шли и собрали. Молодец. Так покажи ей тоже, так боком надо. Так же боком. Да конечно, не иди, чё, во. Ну. И что, Райф утром будет? Он любит эти орехи. Ну да. Мы для него как раз и чипсы делаем. Ты ему пойди и скажи. Морковку это хай Анька коню отвезет. Не, мама суп вам сварит. Да, гемюза супа. Карота супа. Карота супа, я говорю, не Ай-яй-яй, вы сейчас меня тут обсадите. Чекайте, с какого бока? На, подожди, дай ей. Я ж не могу снимать. Ева, это очень вкусный орех. Он очень полезен для крови, да. Что? Смотри. Я пробовала внутри чечетки. Это? Ну, ты даешь, потому что... Ну, да, блин. Я знаю орехи, тем более мы с вами помыли. Да я тебе вставлю. Дети. Я хочу вставить. Вы не, ничего-то не видели. Ничего. Мы еще маленькие. А мы маленькие видели. Так, дай ей. Бери. И вот так вот, вот так, поняла? Вот так, боком. Ей показала, как держать. Молодец, показывай. Сильно, сильно, сильно. Молодец, супер, все, Райф будет завтра счастливым. Мы для него сейчас подарочек делаем. Еще. Все, хватит, все. Можно еще один. Пошли спать. Еще один. Еще мы один, пойдем спать. Все. Последний, let's stay, окей? Okay? Yeah. Let's stay. А то я сама хочу. Я? Дай, да, ты тоже один, ты уже подсох, на. Ложи, Райф будет утром кушать. Ага, будем ему делать сюрприз. Да, сюрприз, Райф. Еще картина. А, точно картину можно сделать. Пошли. Ай-яй-яй, Ева, ты что делаешь? Ай, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Из этого можно делать так. Я это возьму. Ой, сделаю. Тебе я сказала, где кровь? Где видишь кровь? Это не кровь, это вода. Это не кровь, дурочка. Да. Все, не буду больше. Ну и не надо. Да я раскалю. Все, последний, окей? Пошли картину делать. Пошли! Не так уже сильно, значит, ты пережмякаешь. Ну да, слышишь. Ну, два раза. А потом можно, ну, смотри, красиво. Какие мозги! Смотри, какие мозги! Все, пошли. Ты что там делаешь? Пошли, все, это для Райфа, завтра уберем все. Вы свинтусы грандиозусы. Включай свет. На, держи мобилку. Будем делать картину. Так, не дергай, так. Я обязательно в кадр. На, держи, вот так. Я сделаю. Вот так держи. Я сейчас. Ева, мне надо место. Нужно сесть, и моя спина. Прости, пожалуйста. Не меня снимать. Так, давай. Отойди немножко, чтобы видно было. Она все высохла уже, да. Ну да, конечно, ведь я про... О, только что папа прошел. Папа! Это папа Гесенг. Он пошел по делам своим. Ты же сказала, на всю семью. Вот сейчас мы сделаем. На одну и на вторую. Ганс и фамилия. Давай. Кстати, аккуратно, так. Тихо. О, Дикий даже пришел возмущаться. Я его снимаю тоже. Так, смотри, мы ложим... твою мать. Я такая... Твою мать. Ой, инсульдивум, простите. Это было... Ты блядь, на чем ты нарисовала? Я нигде не рисую. Ничего, все хорошо. Это оно просвечивается, потому что... Нет, это моя работа была, и мне уже не надо, я выкинуть хотела. О-оу. О-оу. Но я случайно, у нас не было чистых листов.
Я ж вам давала. Дай, ну, дай посмотрим вначале. Вау! Классно, да? Супер! Все, сейчас пойдем, покажем папу, поздравим. Я не знаю, что Ральф придумал. И он сказал, что это Марина. Марина, а это что это? Марин, в общем... Моя девочка, давай снимай. А вот она вот так. И смотри, Артур. Давай снимай. Марина, вот такая это у нас... что это? Где кто? Это я в Аньке у температуры мерила, ей тоже нехорошо. А, немножко нужно поднять, ну ничего, хай будет на память. Мы все ой, поймем. Я тебя вижу там. Ты меня где видишь? Вот в стекле отражается. А, моя спина. Дети, я уже старая, мне все болит. Это градусник, который там лежит? Да, это я заберу сейчас с собой, да? Окей? Пошли поздравлять папу и Ральфа, пошли? Пошли. Давай ты, Даша. Даша, ты давай, давай, Даша. Ну, папа в туалете, пошли к Ральфу вначале, пошли? Ой, прости. Пошли. Пошли. Анька сказала, что я не фатер так. А он мне рассказал, что это шутка. А мой... Ну вот поздно пить боржоми, идите вы нахер. Ну пошли, мои хорошие. О, ты сейчас ей траканешь этой великой... Ну да, понятно. Барес Авдемрарес. Пошли, пошли, пошли. Пошли. Что я... Что я должна говорить? Happy birthday. Какой happy birthday? Фатер так. У папы день. Папа сказал... Папа, happy birthday, Шунфатер так, happy birthday, Люгна, happy birthday, Люгна, Абает Шон Цушпет, Абает Шон Цушпет, Абает Шон Цушпет, Абает, ты другим боком держишь. Вот, я думаю, дass in 100 Jahren,